Армяне в отчаянии, добро пожаловать в Арцах больше не существует. Карабахский певец Вардан Бадалян, который с первых дней войны находился на фронте, опубликовал в своей странице в Facebook фотографию демонтажа стелы на въезде в Нагорный Карабах. «Это не только вывеска, это демонтируется Родина», – написал Вардан Бадалян. Напомним, что ранее армянский юрист Роберт Айрапетян опубликовал фотографию, на которой видно, как демонтируется вывеска с надписью «Добро пожаловать в Арцах». Отметим, что в освобожденном Кельбаджаре демонтируется указатель, оповещающий и приветствующий въезжающих в так называемый Арцах. Фото было распространено в социальных сетях. Нет Арцаха и никогда не было. Всегда был только Нагорный Карабах. Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана.